Прокуратура областного центра проверила благоустройство дворов и скверов, которые были отремонтированы в прошлом году по программе формирования комфортной городской среды. В надзорном ведомстве заключили, в ряде случаев подрядчики нарушили законодательство. Речь идет о некачественных работах, которые уже полностью оплачены. Например, в одном из дворов установили детский игровой комплекс, не отвечающий требованиям безопасности. В частности, на площадке не было специального покрытия, а это может привести к травмам. Также были нарушены сроки проведения работ. Всего проверили 16 дворов и 2 сквера. Выявлено около 40 нарушений. По 15 фактам проверяющие вынесли представление. Один человек привлечен к административной ответственности.